Дорогие, но сегодня с нами Леша и Олеся и драгоценный муж Божий. И мы хотим спросить у них, почему вообще они жертвуют на миссию? Нужно ли вообще жертвовать на миссию? Нужно, потому что жатвы много, а делать или мало. Господь хочет этого, желает, чтобы мы поддерживали. Чтобы и сами, конечно же, были миссионерами, многие из тех, кто, кого Господь призвал, но, может быть, осуетились. Но если хотя бы сам не можешь, то благослови тех, кто может и кто действует, у кого есть сердце. Эти люди точно, я с ними лично встречался и видел, как в их сердце Бог положил любовь к тому народу, в котором Он послал их. Поэтому мы будем жертвовать и вас вдохновляем, благословлять этих людей, чтобы они дело Божие проповедовали Евангелие в Африке. Ну, а я лично знаю Олю очень уже давно. И это намного проще, когда ты знаешь человека, и ему жертвовать, потому что ты знаешь, где сердце этого человека на самом деле. Спасибо. И они пожертвовали очень многим. Не просто от нечего делать поехали туда, но пожертвовали очень многим для того, чтобы Божье Слово распространялось. И пусть оно распространяется, Божье Слово. И с нашей стороны мы сделаем все, чтобы это происходило. И чем стремительнее, потому что пришествие Господа нашего Иисуса Христа приближается.